Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить IMA Life. Мы все так же в своем походе за лекарствами для девочки. Поднимаемся все выше и выше. Мы практически добрались. Осталось подняться вот на эти сколько-то этажей 10, метров 60 где-то, наверное. А так в целом мы уже пришли. Надо сказать, что встретили мы тут довольно-таки ожесточенное сопротивление. Ну как сопротивление? Здесь просто жили гопники, мародеры. И там уже стоял вопрос, либо мы, либо они. Естественно, мы. Сейчас нам нужно найти две канистры с бензином и зарядить лифт, который находится вот здесь, вот поблизости. И таким образом мы сможем подняться повыше. Так, мародеры будут пристрелены. На месте. Шо? Сколько всего? Что у нас? Водичка? Водичка — это хорошо. Пока что наш герой вроде жажды не испытывает, но тем не менее, лишним явно не будет. А вот этот подъем меня не радует. Что-то там дофига куда-то нужно ползти по нему. И как я пройду, и что это нам даст? Там канистра, по-моему, да? Не знаю. Давайте попробуем. Чуть у меня большие сомнения по поводу успеха данного предприятия. Но, по крайней мере, я думал, тут мы сможем подняться наверх сейчас. Дадут? Нет. Угу, отлично. И теперь что дальше? Наверх я смогу забраться? Так, тогда непонятно, что же мы делаем. Возможно, по той трубе я смогу подняться еще выше. А ниже у нас... А ниже у нас, собственно, спуск туда. Или нет? Нет, отнюдь. Как мне туда спуститься? Побезопаснее-то. Аккуратно. Не испортить все. Так, блин, что-то мне это не нравится. Я не хочу рисковать. Давайте мы отдохнем чуть-чуть. Я не уверен, что мы не упадем, потому что что-то там слишком уже большое расстояние. Да мы явно тут убьемся. Просто наверняка. Ой, не знаю. Это явно не то место, где я хотел бы спрыгивать, поэтому давайте-ка мы лучше тут попробуем подняться наверх. Возможно, отсюда мы сможем пробраться куда-то еще. Ладно, простите мне мою нерешительность, но тут вопрос жизни и смерти. Если я сейчас погибну, то у нас потратится один из ретраев. Здесь не просто бесконечное количество жизней, как говорится. Здесь очень нужно это дело продумать. И мне очень нравится, что они вот так поступили. То есть заставляют думать маленько. Куда ты идешь, что делаешь. Накладывает определенный отпечаток на манеру игры. Ага, вот так мы как-то и попадем туда, да? Вот так. Хорошо. Как-то вот так. Ой, тут арматура торчит. Ладно, вроде успеваем. Боль утоляющая. Нам оно не сильно нужно, надо сказать. Нам нужно туда вниз спуститься. Но как, я пока вообще не представляю. Хорош у нас начало серии. В этой серии мы вообще не понимаем, что делаем. Ну как-то вот так. Блин, офигеть, какие у тебя руки сильные, а? Мне бы так. Ага, хорошо.
Так, канистра номер один. Отлично. Так, и все тут, а где вторая? Где мне вторую взять? Для второй мне, видимо, нужно вернуться назад. Там второй еще вход был, возможно. Там что-то есть. Ох, что-то мне не нравится это место. Ну, вроде как успеваем. Не знаю, посмотрим. Нормально. Так, ну тут я не поднимусь. Что мне тогда делать? А, вон там подъем был. И тут подъем есть. Ну туда хочу. Там у нас как раз, по-моему, канистра. Блин. Понятно. Да, вот это у чувака физическая подготовка. Вот это я понимаю. ЗОЖ. То есть здоровый образ жизни, как нам подсказывает Кэп. Не курит, не пьет, консервы только жрет. Кстати говоря, тут точно никакую жажду не нужно как-нибудь устанавливать, потому что у меня две бутылки воды, а смысла я в них особого не вижу. Так, все, короче говоря, спрыгиваем. Подожди, я то подобрал, что нужно? Да, то. Я что-то заговорился и даже не заметил, что я взял. У нас есть две канистры бензина. Что они тут делают, непонятно, но очень кстати они пригодятся нам. Такая небольшая игровая условность. Что, ты меня поднимешь? Ух ты, посмотри, что-то сверху. Так, ладно. Теперь я хочу на крышу этого вагончика. Камера, ты мне не делаешь жизнь легче, верно? Ага. Похоже, проблематично будет добраться доверху. Ой-ой-ой-ой. Блин, сейчас придется использовать все, что у нас есть. И продумываем дальнейший план. Отсюда мы не поднимемся, но отсюда мы можем спуститься к вагону. Я думаю, это будет нормальным таким решением. Потому что на нем что-то было. Лично. Газировка. Но она того явно не стоила. Ну ладно, в принципе... Простите за скрипучее кресло. В принципе, мы ничего не потеряли. Потому что сейчас мы в легкую успеем добраться до своего... я сейчас забываю, как он называется. И называю его патроном. Так, ну да, хватайся за них. Так, а тут мы идем... Либо вот сюда залазим, либо идем наверх. Залазим, конечно. Почему бы и нет? Выглядит, как будто он поврежден. Плохо. Загрузка. Я думаю, что это такое. Так, я бутылочку-то взял, которая тут была, нет? И мы, похоже, не сможем сюда забраться. Ну-ка. Да, не сможем потянуться, несмотря на весь наш обезьяний.
Мне, по идее, можно сейчас проползти вот так, там скатиться, и таким образом мы снова окажемся у лифта. Или нет? По дороге взяв вот эту штучку. Либо мы можем ползти дальше наверх. Давайте пойдем сюда. По-моему, все-таки нужно сюда идти куда-то. Ой, как арматурина торчит плохо. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Ладно, неудача. Не так уж и далеко мы упали вниз. Я не знаю, давайте наверх, может, попробуем слазить. Мне кажется, там что-то есть, как минимум, возможно, другая дорога. Или как минимум какая-нибудь вещь. Да нет, там нифига вроде как, да? Сложно сказать. Блин, найду я себе сейчас на жопу приключений. Куда я ползу вообще? Ой-ой-ой, начинаю выдыхаться. Ну, я примерно в ту же сторону пришел, короче говоря. Так. Уважаемые, я хочу... Блин, у меня... Братюнь, давай ты прыгай уже, а. Да, временами ты меня огорчаешь. Нет, ну нам по-любому сюда придется идти. Но в этот раз нам нужно как-то спуститься вон туда. Вон там, видите, внизу у нас труба торчит. И по ней проползти, похоже. Других вариантов, честно говоря, нет. Да, по разрушенному зданию, конечно... Лазить это не круто. Интересно, в этот раз у меня что-нибудь получится. Ой-ой-ой. Да не ори ты как резная. Ты хуже, чем Мёрфи Пендлтон. Так, братюнь, давай быстрее. Давай. Так, что я дальше делаю? Уф, так. Совершенно не представляю. А, вот сюда, все понятно. Все, нахер отдыхаем. Блин, эта игра выматывает нервы. Простые, казалось бы, действия. Который совершал в куче игр, но тут как-то натурально заставляет от тебя нервничать. И именно поэтому и доставляет. Так, пошел. Забирайся наверх. Фу, хорошо. Какой ты у нас молодец все-таки, а? Как нам повезло с тобой, что ты у нас такой... Ловкий и вертлявый. Иначе бы мы просто сейчас, я не знаю, мы бы еще, наверное, находились там, где мы находились серии 2 назад. Так, и сейчас мы катимся, и что мы дальше делаем? Ладно. На месте выясним, как говорится. Ой, тихо. Подожди, мне наоборот наверх надо. И у меня опять кончается стамина. Фу, опасно. Опасно. Это у нас тут что-то есть. Фруктовый коктейль. Ух ты. Это, наверное, ананасы. Персики. Вкуснятина. И очень сытно при том.
Так, но больше-то мы тут ничего, я так понимаю, делать-то не сможем. Остается только выше подниматься. Так, просто лезем наверх, налево и наверх, наверх, наверх. Причем нам придется отдохнуть по дороге. Мы ни в коем случае не выдержим это сразу в таком количестве. Давай, 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 давай. Все, отдыхаем. Фу, блин. Братюнь, ты натуральный экстремал. Ты посмотри, высота какая. Мы сейчас убьемся. Офигеть, видок, конечно. Ладно, погнали дальше. Так, лучше отсюда пойдем, там прыгать придется. А прыжок у нас очень много выносливости сносит. Да лезь ты наверх, наверх лезь. Так, и тут нам не налево ли? Нет, нам направо, похоже. Надо было отдохнуть перед этим. Давай, 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 давай. Фу. Это было непросто. Антибиотики для Мэй. А это что? Крючок. Полезные вещи у них в этих ящиках-то были. Так, доставьте медикаменты к Мэй. Ладно. Ой, перелет. Ну ладно, вроде живой. Так, хорошо. А я могу на ней как-то опускаться, подниматься? Нет, похоже. Отлично, теперь у нас настоящий Тарзан. Ладно, это все хорошо, но как мне теперь спускаться-то, ёлы-палы? Так, я что, не дотягиваюсь, что ли? Ага! Я смогу на лету? Но это будет совсем уж свинство. Ах, конечно же, наш герой не Эцио, а аудиторы. Я надеюсь, я не очень далеко окажусь сейчас. Я надеюсь, что я окажусь около, собственно, этого ящика. Хотелось попробовать, потому что если бы это получилось, то в будущем это очень сильно облегчило бы нам жизнь. Now, let's get back to May. Так, нам, похоже, вот сюда нужно, и по этому зданию спускаться вниз. Но до него сначала добраться нужно. Так просто прыгать тоже, естественно, глупо будет с такого расстояния. Поэтому давайте искать пути подхода. Так, ну-ка. Да ёлы-палы, что это было? Как-то странно он поломался. Ладно. Будем поосторожнее, не торопясь. Но здесь не торопиться тоже особо не получится, потому что, блин, выносливо жрется постоянно. Короче говоря, вы меня задолбали уже. Now, let's get back to May. Окей. Так, раскачаемся. Лишь бы не перелететь. Так, теперь тут тоже не спешим. Прыжок. Теперь, я думаю, нам лучше будет спуститься вниз. С такого расстояния, как я не убьюсь, а он вообще не хочет спрыгнуть.
Да ёлы-палы, ты как-то странно прыгаешь, братень. Ты точно меня сейчас убьешь. Ладно. В порядке. Внизу арматурины, но я убьюсь ли об них? Что-то не хочет он спрыгивать. Видимо, считает, что опасно. Я бы, честно говоря, тут смог спрыгнуть. Но он, видимо, нет. Так, что у нас здесь? Ага, ингалятор. То есть, если мы сейчас вернемся к Мэй, то нам можно будет использовать этот ингалятор. Да что ж ты не спрыгиваешь-то? Тут, похоже, больше делать-то нечего. Придется подниматься обратно. Я уж надеялся, что мы нашли путь какой-то. Но путь, похоже, придется искать долго и нудно. Так, аккуратно. Ты, блин, как-то пугаешь меня, как ты по-странному прыгаешь, уважаемый. Так, тут в последний раз мы погибли. Погибли по неопытности. Давай, молодца. Там можно было вниз спуститься, похоже. Чё так вибрирует? О, черт, очередное землетрясение. Держись, это он себе говорит? Да, потряхивает время от времени. Аккуратно. Что? Пайтон. Буду называть его Пайтон, потому что не помню его название. Ох, это будет головной болью. Настоящей головной болью. Так, куда нам нужно катиться? Ой-ой-ой. Так, тихо. Не совсем понимаю, куда мне нужно. Но куда-то вот сюда, похоже. Держись. Фу. Опасно. Опасно. Теперь куда-то он туда, похоже. Это что? Ага, понятно. Так, сейчас прыгаем. И еще одно. Все, нафиг, отдыхаем. Можно было скатиться, но убереженного Бог бережет. Ничего, в будущем еще найдем. Я все правильно понял? Нам сюда? Ну куда-то я точно попал. Так, хорошо. Нехило мы так спустились. Я смогу вернуться на улицу отсюда. Так. Давайте оживем. Тихо. Я там слышу внизу кого-то. Вон там. Вон он лежит. Ой, что-то пареньку не очень хорошо, судя по звукам. Чувак, помоги мне, говорит.
соль взяли. Так, как мне к тебе спуститься? Вот отсюда, похоже. Рука сломана. Друзья его бросили. Есть что остановить кровотечение. Я, говорит, смогу отрезать себе руку. Это про него говорили? Ну, держи. У меня нет ни одной причины тебе помогать, но... Да, ты все еще жив. Руку мы тебя чекрыжили. You can still find the stuff you need. Every time an earthquake shakes up the city, it uncovers new stuff we couldn't get at before. Каждый раз после землетрясения мы находим новые вещи, которые раньше взять не могли, говорит. Ящики, говорит, почти все раздраконены, но ты можешь найти все еще что-то. Ну, спасибо и на том, и спасибо за ретрай. Так, теперь, я так понимаю, мне нужно возвращаться. По идее-то. Все, что мы могли, тут мы сделали. Тем же самым путем, я так понимаю. Что-то, говорит, мне нехорошо, но спасибо тебе большое. Я, говорит, отдохну, посижу. Да, гангрена руки — это страшное дело. Там либо руку, либо вообще все. Хана. Хач, как говорится. Кирдык. Шандец. Спасли человека. На душе как-то полегче сразу стало, верно? Ну что, я так понимаю, что мне сейчас всю дорогу придется пешком пройти, и могли бы уж как-нибудь вырезать этот момент, что, мол, он дошел сам. Ну, тут я в этом так понимаю, что суть, собственно, игры, весь сюжет такой роуд-муви, как говорится. То есть про путешествие туда, про путешествие обратно. И у нас грузится новый уровень. Когда вот такая надпись «Лоудинг» и цифры, это значит, что новая локация полностью подгружается. Не просто подгрузки, а там покороче черный экран. I hope May is all right. Надеюсь, Мэй в порядке. Так, ну сейчас мне нужно будет спуститься как-то поаккуратнее. Как-то вот так. Ой, блин. Помню это место. Наверняка внизу куча всего хорошего лежит, но сейчас явно не от того, согласитесь. Песчаная буря — это ничего хорошего. Так, поднимайся. Ладно. Что-то звук пропал. Странно. Давайте поспешим к ребенку. Ребенок там испытывает определенного рода проблем. Здесь есть кто-нибудь? Да подожди, кто-нибудь? Я понял уже, что мне сюда нужно. Я хочу вот сюда. Так, и как я к тебе спущусь? Там какая-то девушка просит о помощи. Как мне к тебе попасть? Че мне по патронам там, кстати говоря? Пожалуйста. Один патрон есть, я в безопасности. Если что, если это засада. Помогите мне. Ты, говорит, можешь выполнить для меня кое-что, судя по твоему виду. Твари, как я и говорил. Стоять, мрази.
really don't want to do that. Killing her. Кто из вас самый крутой? Hey, guys, he's pointing his gun at me. No help here, guys. If you shoot me, my friends will kill you. He thinks we're scared, but the truth is, this gun's not even loaded. Это самый крутой из них, похоже. Да. Ой, твою мать. Ах, блин, меня сейчас убьют. Да, убивайте уже. Я не в того выстрелил. Надо было в крутого выстрелить, тогда бы те начали себя вести более неуверенно. Просто они ломанулись, похоже. Я не знал, что... Ой, блин, как далеко я опять оказываюсь. Я просто не знал, короче говоря, что если долгое время на них держать пистолет нацеленным, что они, если среди них есть круты, что они ломанутся к тебе выяснять отношения. Ну что ж, теперь будем знать. Как говорится, век живи, век учись. Эти твари мне сейчас за все ответят. Хотя, нужно ли мне это? То есть идти осознанно в замануху? В засаду? Конечно же нужно, верно? Какие проблемы? Нужно этим тварям отомстить. Так, давай погнали. Сода. Хорошо. То есть не сода, а газировка. Видели, там обугленный человек лежал. Это, по-моему, страшно. Какая стерва, да? Твои ж дивизии. Иди, говорит, сюда. Ты не пожалеешь. Так, ну что, мрази, выходите. Я уже знаю, что вы тут... Стоять! Третий где? Пасть закрой. Бросил оружие. Оружие бросил. Блин, сейчас старый прибежит. Да что ж с вами делать-то? Я просто с ними не справляюсь. Они не хотят присаживаться. У них нет самого крутого. Так что пошли они в жопу. Блин, два ретра я на них потратил. Обойдемся без мести. Два раза, если эпик фейл, то лучше третьего раза не надо. Погнали. Поможем Мэй. Да, собственно, будем заканчивать эту серию уже. Так. Да, блин, куда ты полез? Ну. Ты временами меня так расстраиваешь, главный герой. Тебя очень редко называют по имени, поэтому я не запомнил, как тебя зовут. Но ты просто козел. Очень часто ты себя ведешь как натуральный козел. Так, с крыши этого вагона я смогу добраться туда, понятно. Скачиваемся. Хорошо. Почти дошли. Так, а тут я не был. Я вот тут поднимался где-то. А это нас куда приведет? Похоже, никуда особо не приведет. Ну, не знаю, посмотрим. А вон там подъем есть какой-то, так что все нормально.
Блин, большая высота. В отличие от Мёрфи Пендлтона, нашего героя не качает в стороны в сторону на таком ветру, как вы слышите. Он нам дает очевидные подсказки про то, что крюком надо бы воспользоваться. Давай. О, хорошо. Так, и тут мы не были, понятно. Хорошо, что я не стал связываться с теми уродами. Осталась и пуля в магазине, и всего хватает. Так что ну их нафиг. Можно было бы, конечно, приказать одному подойти к краю обрыва, столкнуть его нафиг вниз. А с вторым уже более так разобраться. Поодиночке-то они проблем не составляют особых. Ну, как говорится, ну нафиг. Лучшая битва — это та, которой не было, как сказал кто-то умный. Hey, давай you. Издевайтесь. Hold up. Пасть no. Закрыл. Don't you. Please. Перо бросай. Hey, hey, hey. Don't kill me. Ты один тут такой? Please. Please. Hey, hey, hey. Okay, okay. Yeah, you ain't got much ammo. None of us do. So this time you're just trying to fool me, right? Murderer. Патронов, говорит, у тебя немного. Ты меня просто обдурить верно хочешь. Ну, пришлось уже убить, потому что либо так, либо... Надо было struggle kill сделать, то есть с помощью мачете. Я не знаю. Просто я растерялся. Я теряюсь в такие моменты, потому что... Я не знаю. Просто не знаю. Я впечатлительный. Когда человек пошел на меня, у меня не оставалось выбора, кроме как пристрелить его. Так, ну и что, давайте на этом прекратим эту серию. В следующей, я думаю, уже наконец-то дадим это лекарство Мэй. Там уже будем дальше от этого отталкиваться. Пойдем, видимо, туда к какому-то это ее родственник или отец. Я не понимаю, с кем мы там разговариваем. Генри, по-моему, его зовут. Ну, то есть доберемся, будем разбираться с тем, что там дальше будет в следующей серии. Могу сказать, что игра меня радует. Увидимся, всего хорошего.